12 июнь, РИА Новости. Российская военная полиция занимается пресечением провокаций и ведет учет беженцев в населенных пунктах Тель-Биса и Эр-Астан, сообщает Российский центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Для пересечения провокаций и учета возвращающихся беженцев в населенных пунктах Тель-Биса и Эр-Астан российская военная полиция выставила наблюдательные посты, говорится в сообщении. Добавляется, что совместный иранско-российско-турецкий координационный центр в течение суток зафиксировал нарушение режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Халифа, Дер-Язор, Латакия и Дераа. Кроме того, подготовленные российскими специалистами инженерно-саперные подразделения проводят разминирование населенных пунктов Восточной Гуты. Так, за прошедшие сутки в городе Дума обследовано 20 зданий. Обнаружено и обезврежено 3 мины, 4 снаряда и 17 самодельных взрывных устройств. Отмечается, что в восточной части населенного пункта Кафир-Лаха инженерно-саперная группа обнаружила и обезвредила 35 минут и 21 самодельное взрывное устройство. Также российская сторона совместно с сирийским правительством выполняет мероприятия постконфликтного урегулирования в провинциях Хама и Хомс. Сирийские энергетики продолжают работы по замене высоковольтной линии электропередачи в районе населенных пунктов Зафирана, Дер-Фур и Зиддин провинции Хомс, сообщают в Центре развития ситуации в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии».